дорогие друзья. Я Матвей Гонопольский. Начинаю пока свою ежедневную программу, которая называется «Гонопольская правда. Дайджест новостей и мнений». Спасибо большое. 718 человек смотрят нас на старте. Значит, сейчас я с вами поздоровкаюсь. Ой, боже мой. У меня... Я все-таки поставил новый компьютер, потому что вот этот синий экран, который у меня появлялся, из-за которого, вы помните, все выключалось. И все перегружалось, но это трудно определить, это его надо ставить на диагностику, поэтому вот запасной компьютер. Вроде он даже более новый, такой какой-то современный, поэтому он должен и давать хорошее изображение, хороший звук и так далее. Здрасте. Значит, у меня пару просьб вам организационных во-первых проверьте пожалуйста, подписаны ли вы на канал, поставьте пожалуйста лайки и у вас такая манера замечательная вы бросаете донаты прямо во время эфира. я вас за это благодарю. Но я буду вам признателен, если вы это будете делать. Это первое, оно же второе. теперь третье очень важное значит объявлена воздушная тревога. И как всегда, помогайте мне, потому что я не хотел бы, чтобы у меня за спиной тут что-то взорвалось. Поэтому пишите мне, что куда летит. Вроде на Киев пока не летит, но, так сказать, вы понимаете. Ну что, начнем, пожалуй. Оксана Заводовская, спасибо вам большое за донат, очень признательно. Значит, я хочу... Да, у меня винда. Да, да. Нет, ну я два слова скажу. Вот Просто, чтобы было понятно, то, что меня смотрят люди, которые разбираются в компьютерах, и они, естественно, будут мне сейчас писать, что надо делать. Тут, понимаете, какая история? Значит, периодически, вот я когда выключался, я веду, 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 а потом вдруг на секунду появляется синий экран, и на нем написана критическая ошибка и я даже не успеваю засейвить, потому что тут же экран гаснет, и он начинает перейти сам. Ну, у нас очень хорошие компьютерщики здесь в Киеве, ну, и они объяснили вполне понятную вещь, что это может быть либо железо, либо что-то с Windows, но это требует его, и поскольку оно нерегулярное, не каждые пять минут, а раз в неделю, то это его надо поставить на тест и гонять, когда это, значит, Тогда это произойдет. Но я запасливый, у меня несколько компьютеров, поэтому пусть поработает. Это я просто говорю, что так сказать, в этом смысле я, слава богу, не лох, и как, поскольку не лох, обращаюсь к специалистам. Хорошо, давайте начнем. Значит, завтра печальный день войны, завтра 24 И пока люди собираются, я хотел вам вот что прочитать такой значит, штука, которая называется ⁇ Вы поняли, запятая ⁇ да ⁇ Ну, вы поняли ⁇ да ⁇ И вот человек пишет, какая вообще первая мысль у вас была два года назад, когда началось? Что начали делать в первую очередь? Я был настолько в охренении, чтобы не сойти с ума, дал команду жене и себе делать хоть что-то. И мы все утро убирали квартиру, потом собрали продукты, переместились в убежище. Ибо к вечеру начались бои за наш город. Вы тоже напишите, вот что вы делали в этот день, что было, когда вы узнали, что началась война. Дальше он продолжает. Один мой друг из России 24 февраля вышел на митинг против войны с нашей страной. Он насчитал 37 человек. 37 человек, которые вышли в Воронеже против этого безумия. Я благодарен им всем. Много слов сейчас говорят россияне в реплаях. Я все читаю. Я искренне благодарен, что вы это пишете. И за то, что пишут люди из других стран тоже. Во всей этой куче жести иногда забываешь, что не обязательно потерять что-то или кого-то, чтобы искренне сопереживать и просто оставаться человеком. И вот Дальше люди начинают писать, я потом прочитаю то, что вы пишете. Люди начинают писать, что они делали в этот день. Пишет Амира. Вторая попытка написала, стерла. Я из Казани. Я поняла, когда собрала всех друзей. Только что моя семья в шоке. Я очень надеялась, что это же ужас-ужас, и сейчас все поймут. Но нет. Сигнал надо уезжать, пусть дети закончат год. Пишет мусорная тян. С утра пришлось идти на работу в офис, но работать мало кто мог. Вечером встретились с мужем и пошли на митинг. В первый день не так сильно винтили в Москве. Следующий пишет. Проснулась 24.02 и сразу же прочитала сообщение с подруги из Харькова что с пяти утра их бомбят, и они собираются уезжать из города. Потом примерно месяц лежала с давлением по 200, пока не пошла волонтерить в э, Центр помощи беженцам, и четыре месяца каждый день была там, это меня спасло. Пишет, пусто не бывает. Даже в моем городе в Крыму вышло четыре человека, бабушки. Достойно. Пишет рендом. 37 человек Блин, мы все это видим, помним и предупредим остальные поколения. Руслана пишет. Мой друг в Санкт-Петербурге ходил три дня, на третий задержали, оделся штрафом. Взяли на карандаш и больше не ходил. Так живет в Питере. На улице оглядывается, но в целом стал забывать. Потерянная печенька пишет. В Самаре тогда было человек сто и куча мусоров значит, зачудовано. 37 россиян вышли, а сы... ну, это 37 там она. Пишите, пишите, как вы встретили вот этот момент войны, я это все буду читать. А сын моей соседки Чернигов, который живет в Самаре, на ее звонок ответил, мама, не выдумывай, мы же в одном районе жили, на фоне обстрелы твоего города, а ты, мама, не выдумывай, нет прощения. Разбери пишет, я тупо ревела весь день. Ласк, uh, не, ай аск, я была там, людей было больше, но большую часть скрутили и увезли. Видите, какая реакция? Mm. Зима всегда, пишет, так называется. Я выходила в Москве, в Москве нас было больше, чем 37, но меньше, чем я ожидал. Мне казалось, что это выйдут все, потому что, ну, это просто невозможно. Я мы енот. 24 февраля днем в моем городе. Я поехала в центр города. Думал, у нас будет много. Итог, 12 человек нас было на весь город. Оксана, спасибо вам большое. Спасибо. Вы в Патреоне. Я вам очень благодарен. Спасибо. Итог, 12 человек нас было на весь город. Конечно же, шок, боль от того, что случилось, но больший ужас от того, что всем было все равно. Сергей. Я утром включил телек, стоял на канале Евроньюз. Там кадры, как в ночи летят ракеты. Разбудил жену, сказал, началось, они напали. Короче, плохо нам было. Она наивная думала, что сейчас начнутся массовые протесты против войны. Пишет человек, Крым не мой, Навальный. Невозможно было посчитать количество вышедших в Воронеже тогда. Ментов было очень много, все ходили в районе театра оперы и балета, не кучкуясь и не останавливаясь, типа просто прохожие. Но точно было больше 37 человек. Пишет Тубалчев. так фамилия. В 2014-м ходил на митинги, в 2024-м уже не ходил и а собирал чемоданы. Поздно митинговать. Ахалай Махалай пишет. Я был в России тогда и тоже был обалдевший. В первую неделю я же секундно говорил, только бы не пал Киев, только бы Украина продержалась. Я вывел нал, что Путин рассчитывает на короткую войну, на долгую у него нет возможности. И Украины во главе с президентом показали чудо. Пишет XMRM Мэн. Я из страны гноя, не живу в ней почти два года. Скитаюсь, то с сям, то там. Прекратил общение уже как полтора года со своим родным братом Ватником. Телефонная книжка почти пуста. Я не знаю, если придется вернуться, как общаться с этими безмозглыми фашистами. Вот такая вот история. Теперь я вас почитаю. Ставьте лайки, если есть настроение. Тут все пишут про самолет, мы еще поговорим про самолет. Я ищу просто сообщение. Для меня это очень важно, как вы. О, Черниговщина, отбой тревоги. Это хорошо, Чернигов рядом. Роберт пишет не помню не помнишь. Олег козловский был шок. Саша просидела возле речки смотрела на природу на небо лебедей замечала то чего не замечала раньше. Татьяна Бидная, вы скучаете э, по передаче про украинский язык. Я не буду сейчас вести передачу про украинский язык. Сначала я хочу, чтобы кое-кого повесили, закончили войну, извинились, выплатили репарации, повинились, потом будет изучать украинский язык. Э, пишет. Левангелина Горн, истерика, звонила сыну, полное отчаяние. Зоя Гусева, муж ушел добровольцем в первый день, учила детей, не спали. Зоя Набирали... набирала воду, заклеивала окна скотчем, в убежище не ходила. Ольга Брик, паника, страх, потом ненависть, сейчас вспоминаю и плачу. Обзванивала всех родных и друзей, абсолютно была уверена, что вот сейчас простые русские люди возмутятся и выйдут с протеста. Татьяна Швец пишет. Анна Маркс оборудовала под погреб под бомбоубежищем. Под бомбоубежище плакала, матюкалась. Ольга Габерник. Я позвонила детям, учащимся в Америке, и объяснила, что надо делать, если Россия применит ядерное оружие. Если нас с папой не будет, что им делать и куда звонить? Да. Юлия Соловьева, жизнь 50, у нее так называется. Я ждала, что начнется. Друг с сыном прилетел на последнем рейсе из, та... из Тая. Я отговаривала, потом его семьей три... потом его семьей три дня держала в подвале. Пишет Полина Кухар. Я киевлянка, мы спали. Мне утром позвонила сестра, из Одессы и сказала, что началась война. Мы с дочкой быстро сели в машину, поехали по Житомирской красе к, драни... к границе. Это вот мимо меня. Там, где я был на даче, где нас изолировали. Ой, Светлана Якубова. Сегодня посмотрела первый раз прямой. Матвей Юрьевич, вы круче всех. Да? Э, Михаил Чанин кофе господину Гонопольскому. Да. Дмитро Берлин. Вот знаете, мы уже писали об этом. Я вам хочу сказать, что это величайшая трагедия, а именно трагедия под названием Мариуполь. Да, сейчас... Вот Катя тут присылает фото. Да, Катя смотрит, я так понимаю. Значит, я дойду еще до этого. А вот Дмитро Берлин пишет: В этот день я уехал а, из родного Мариуполя. Многие не уехали, это стоило им жизнь. Никита Элл, утром, в 10 утра, я проснулся и сразу полез в новости. Прочитал, охренел. Жена уже не спала, сказала, и она новости еще не смотрела. Лариса Скрипка. Катя, я все посмотрю, не бомби меня. А, значит, Лариса Скрипка. Я пошла на работу. ВМ пишет. Посмотрите, какие, какие судьбы, какие истории. Это же просто может сойти с ума. Я с Алматы, Казахстан. У меня несколько месяцев была страшная депрессия по поводу войны в Украине. Желаю скорейшей победы. Пишет Амелия. Я перевожу, потому что тут есть непонятные слова. В 6 утра 24 февраля телевидение в Берлине показывали карту взрывов в Украине. Значит, вечером уже ехала к, к границе забрать родных, которые были возле аэродрома, которые разбомбили. Юрий Карпенко я в пригороде был встречал детей внуков и знакомых было много Оксана Зинченко Я тоже думала что две недели и русню выкинут потом два месяца эвакуировали наших иностранных студентов которые начинали которые от которых отправляли ночевать в убежище на одном заводе ненавижу А. Марина Савчин, с, 22 на 20, с 23 на 24, не спала, читала твиттер, а в 4 часа уже плакала. Мегамаркс, очень много сообщений, я потом прочитаю, потому что я так могу тянуть время сколько угодно. Мегамаркс, 1980, добрый вечер, были за городом 5 километров от Киева, но было слышно в 5 утра. Тоже очень хорошо слышно, в интернет сразу война, шок, так и просидели в селе до начала марта, а затем эвакуировались на Западную Украину. Отец Сергий узнал от Зеленского в час ночи, не спал всю ночь, в 4 начались взрывы, неделю, а, неделю спал в убежище, спал по 16 часов, видимо, защитная реакция на происходящее юристов. Я четыре месяца занимался ревизией ненужных вещей, отвлекал себя от срыва нервного. Никита Л. Через несколько дней дочь распечатала... Дмитрий, спасибо большое вам за кофе. Спасибо. Через несколько дней дочь распечатала больше сотни антивоенных листовок. Пошли с одноклассницей их расклеивать. Такие я видел еще листовки на досках. с ума сойти от всего этого. Э, спасибо за кофе. Э, Блэки Лопес, э, я с утра 24-го поехала на работу, а потом среди дня чудом добралась домой, так как за город Вишневый, ой-ой-ой, ничего не ехала. Да, я ее понимаю, какая-то маршрутка. Людмила трясущимися руками тыкала в телефон. В Черкасы детям и внукам кричала в ужасе «Доча война!». Катя пишет «О да, папа, я помню, как я тебе звонила». Сигита, Вильнюс. «В ту ночь я уже на сто процентов почувствовала, что оно начнется». Включил телефон и настоящий ужас. Маргарита Блам. Сегодня, наверное, вся Украина будет не спать до утра. Два года. Два года боли, горя и гнева. Я помню это утро. Моя внучка закричала «Бабуля, война, бомбят Харьков». Шок. <coughs> Вита Сойка пишет. Читала жуткие комментарии друзей онлайн, в фейсбуке про взрывы. Это была ужасная ночь в Бруклине. Никто не спал. Все Провалились в ужасные новости. Леопольд Дора. Сейчас, Катя, я все посмотрю. Позвонили родители в 6-7 утра. Сказали, слышали взрывы. Собрался и уехал к ним. Думал уезжать из Киева в Яготын к бабушке, но не уехали. Теперь в село ездить опасно. Елена, сейчас уже заканчиваю. Спасибо вам большое. Вы знаете, насколько это... Понимаете, он всех, он всех нас изуродовал, изубил и, и убил. Светлана, спасибо вам большое. Елена Челодинова. Рыдала, была в шоке. Как зомби поехала по делам, люди в метро были все очень подавлены. Татьяна Петрова. Звонила сестре в Россию. Я все покажу, Катя. Да, это интересно, то, что вы там делали. Звонила сестре в Россию, плакала, кричала, просила выходить на улицу. Она отвечала, что не все так однозначно. Вера Куба. С 24-го мы до сих пор не придем в себя. Наши телефоны молчат, только семья. Ждем чуда. последнее. Алла Захарченко. Была растерянность, не понимала, что делать, идти на работу или нет. Написала начальнику, на работу идти, а он отвечает. Какая работа? Началась война. Блин. Татьяна. Кошмар. Кошмар. Татьяна Петренко. Вечером на гидропарке 23-го вспоминали срочную службу, пили за молодость, дружбу, а 24-го дочка в 4.20 позвонила. Мама, началось. Качалась и выла. 26 лет прожила в Российской Федерации. Муж офицер. Светлана Анатольевна. Начала собирать документы и какие-то вещи в дорогу. Корм для двух собак и кота. Все грузила в автомобиль. 26 февраля я выехала из Киева с сестрой, собаками и котом. После нас закрыли мосты. Александр Кравченко. Весь день писал новины. Я журналист. колишню дружину с и завез в бомбосховище. В ночи ездил по месту забрав до себя свою дівчину и маму с их кишками, кишками, котами. В ночь над будинком сбили российскую ракету. Татьяна Стрельникова вечером 23-го прошла по знакомым информация, что утром начнется. Не поверила. Утром подхватила документы детей, внуков, еле успела выскочить из... Да, Катя, мы это сделаем, только позже значит, а утром подхватили документы детей, внуков, еле успели выскочить из окружной дороги Харькова, а через 20 минут там были россияне. Александр пишет. Задумался, что было у меня, не помню, одно точно. С тех пор не могу справиться с депрессией. Алла Захарченко. Когда пришла в себя, были в подвале. Потом сказали, надо наполнять мешки песком. Во дворе вырыли целый котлован всем двором, потом делали коктейли молотов. Валерий Ровенский. Мы с женой переселенцы с 2015 года жили в селе. Были в Киеве, в 4 утра проснулись от взрывов, добирались в село. Наш маленький сельский домик принял 16 мамочек из Киева с маленькими детьми. Миллион сообщений. Знаете, что я хочу сказать? Сейчас давайте Посмотрим, что Катя прислала. Она прислала важные вещи. Искандер, спасибо вам большое. Он с Канады. Канада, Азербайджан с Украиной. Спасибо. Вот смотрите, это тоже интересно. Вот э, Катя мне пытается дозвониться в этот день. А, ну, плохо видно. Пишет живые звонит. Значит, час двадцать шесть. Она в Америке: Живые звонит. Я не отвечаю: звонит, звонит. Вы окей? Э, звонит, а папа, ответь. Я знал, что так будет. А вот уникальная фотография. Посмотрите, пожалуйста, это только часть людей. Это сейчас я поясню. Значит, вот это моя дачка. И вот это люди, которые пришли сюда. И вот видите, там... Дверь, которая... Одна дверь с черным проемом – это на улицу, а вторая вот дверь – это подвал. У меня у единственного был подвал. Ну вот как-то те, у кого я купил эту дачку, они там сделали подвал. И у нас спали 25 человек. Просто все к нам пришли и, и спали здесь. Кися, спасибо вам большое. Спасибо за донат. Но это не все, что Катя прислала. Значит... Маргарита Симонян, Государственное издание России. Это Катя постит, э, Катя постит то, что было в этот день. Если вам сейчас стыдно, что вы русские, не волнуйтесь, вы не русские. Ну, здесь ее Виталик посылает на три буквы, но я просто хочу сказать... Феска, Галина, спасибо вам большое, я вам очень признателен. Вот как можно написать а, такое? Если вам сейчас стыдно, что вы русские, не волнуйтесь, вы не русские. Это же она еще литературно, понимаете, это литература, вот она так красиво литературно написала. А вот Это... Сейчас я вам поясню, что это такое. А, вот это видео, которое вы сейчас увидели, было опубликовано грузинским новостным каналом «Товари Аркси» примерно через неделю после начала войны. Я помню, как смотрел э, смотрела его в своей комнате в общежитии колледжа, колледжа и плакал. Я не понимаю, ты в мужском роде, это твое... Или не твое. Звон колоколов, камера показывает церковь, смотрящую вперед в сторону российской границы. Это было, значит, вот. Потом еще, значит, вот Катя прислала вот такое. Видите, надгробные памятники и написано ⁇ папа, жена, сын, друг и так далее ⁇ Значит... Вот карта. Вот карта. Как, ну вот видите, вот красная вот это, это вот где они зашли. Анна Маркс. Было очень страшно. В мой частный дом съехали все родственники, сидели при свете телефонов, чтобы не нарушать светомаскировку. Иногда начинали нервно смеяться от какой-нибудь ерунды. Светлана Ясматиевич, нет слов выразить свое сочувствие. Уже два года длится ужас, жить не хочется. Держитесь, выживете. Татьяна Бидная, если бы вы знали, сколько российских радовались началу войны, из-за этого рассталась с многими друзьями и знакомыми. Звери. Лена Рапопорт, да, был шок, пошла на танцы, а там оказалось, что что а там оказалось, про Путинки стали говорить, что он бедный и долго терпел. Не могу их видеть, не хожу туда. 24-го Наталья Рублева проснулась по всей телеге сообщения о войне. Шок ужас, два года нахожусь в глубокой депрессии, да. Да. Кабра. Позвонили дети в 5.30 и потребовали, чтобы ехали к ним на виноградарь. Из центра, потому что центр, вероятность бомбежки выше. Мы приехали и 10 дней просидели в подвале их дома. 10 дней. Галина Демочкина. Одноклассник, военный летчик э, на пенсии. Живет в Чернигове. Ему звонила сестра из Ульяновска узнать, как они там. Он ответил, что их бомбят. Они сидят в погребе. Сестра сказала, ну не думайте же вы, что это мы. Из Ульяновска. Светлана, Светлана, я из Риги в ту ночь проснулась под утро, посмотрела новости, не поверила глазам. Позвонила подруге в Киев, разбудила ее бедную. Потом две недели не могла до нее дозвониться. Светлана Гулишвили, вот смотрите, ситуация Донецкий Нью-Йорк, ужас, страх, месяц в подвале, эвакуация с ребенком в Германию два года уже не виделись с мужем и сыном. Любовь Феонова. Мы видели из окна своего дома, как, сгорела, как горела школа, где выбивали орков. Было страшно. Не верилось, что они уже так близко. Лаки-лаки. Сын позвонил в 5 утра со словами «Мама, война». Потом шок, обида. За что? Что это? Потом скотч, вода, аптека и корм для животных. Людмила, миллион сообщений. Блин, слушайте, это невозможно читать. Все, еще три прочитаю и далее идем по новостям, потому что... Ну, вы понимаете... Ну, сейчас я скажу. Людмила Красиловская. Говорила с подружкой из Харькова, делилась опытом. Я из Израиля, обе ревели. Наталья Климович. Я проснулась в Харькове около пяти утра на солтовке от взрывов. Дома горели. Мы живем возле окружной. Смотрела на вереницу машины, судорожно думала, куда мне бежать с ребенком и как. Машины нет. Оксана Зинченко. К нам тогда в Запорожье куча мамочек приехала рожать. Из Харькова много. Из Сум, Днепра. Там бомбили, а у нас еще тихо было. Лариса пишет. Скольким людям изувечил жизнь? У скольких забрал жизнь дом? Это бункерная тварь. Все, пока хватит, потому что я уже не засну. Знаете, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что у нас у каждого есть к нему счет. Я понимаю, что он будет гореть в аду и так далее. Ну, все это понятно. Но мы с вами терпеливо будем ждать, потому что он не вечен. Это раз. А второе, в мире есть какая-то высшая справедливость. Понимаете, Бога придумали для этой справедливости. Бог, он ведь придуман, ну, может быть, он есть, я не знаю, но э, у одного из философов я прочитал правильную фразу, что в принципе религия, почему религия есть везде, это как бы оправдание нашей смерти. смерти. То есть мы же не хотим умирать, да, но мы понимаем, что мы умрем. И поскольку мы умрем, то придумана религия, которая объясняет нам, что где-то кто-то есть. Кстати, я ничего не говорю, может быть, он и есть. И мы попадем куда-то, где вечный свет, вечный покой, журчит река пахнут цветы и нам там будет хорошо за все наши мучения в этой непростой жизни но знаете я еще понимаю это уже мой вывод что бог придумал для расплаты потому что мы говорим же гореть будешь в аду Мы же говорим, что с тобой разберутся не на этом свете, так на другом. Так оно и есть. Я понимаю, ну, некоторые люди сейчас из квантовой механики, которые из квантовой физики, они вообще считают, что люди бессмертны, они просто переходят из одного состояния в другое, потому что... Вы знаете, не энергия, не материя, они вот как были созданы большим взрывом, если он был есть, если он был, то просто и материя, и энергия переходят из одного вида в другой. Не знаю, может и так, но поэтому я... Нам надо с вами просто иметь колоссальное терпение. Мы же это пережили с вами, правда? Мы с вами это пережили. Я знаю то, что не знаете вы, там про армию, какие жертвы и так далее. Но эти люди отдают свои жизни за нас, для того, чтобы вот я сейчас как минимум вел эфир. Ну и вообще много сегодня, много сегодня люди делают. Все мы делаем что-то для победы. Над Ну, не знаю, я слышал там, что э, инки, э, они когда открывали вот эти свои пирамиды, две главные, то у них же был культ жертв, и они 80 тысяч человек, 80 тысяч, ну, не знаю, это похоже на легенду, но глядя на Путина, почему легенда? Они э, принесли в жертву за один день 80 тысяч человек. Я вообще не понимаю, как такое может быть, как они в крови не утонули. Ну, у них же немножко другое было. Это у них был ритуал во имя и так далее. А этот чувак... Короче говоря, мы с вами научены и расскажем нашим внукам, детям, правнукам, что такое мировое зло. Вот мировое зло – это ровно это. И мы с вами, и я все время это подчеркивал и подчеркиваю, мы с вами свидетели гибели этого зла. Все как в Звездных войнах, все вот как в этих фильмах, где появляются вот эти черные, которые говорят, мы будем владеть миром, а потом им втыкают в одно место меч световой вот этот лазер. И это правильно. Поехали по новостям. Значит, э, завтра я, может быть, вечером сделаю дополнительный эфир. Тоже в, в 11. Леопольд Дора говорит, случайно не Козин? Откуда у меня деньги на Козин? Вы что? А завтра в 11 часов сделаем эфир. Вечер. А, значит, вот я сегодня много собрал. Простите, я не всех прочитал. Я не всех прочитал. У меня просто нет сил. Миллион сообщений. Ну, у меня просто нет сил. Вот что пишет Артемий Леонов. Давайте поменяем, давайте поменяем тему на сегодняшнюю. Вот смотрите, помните там 12 человек или сколько? Артем Леонов. Происходит кирдык, появляется обращение от Макаревича, потом от Лазарева, и потом, если повезет, от Нойза, и еще трех-четырех человек. И ты думаешь, очень круто. А где все остальные? Когда уже кто-то еще, когда кого-то еще проймет? Проходят годы. Снова Кирдык и снова Макаревич Лазарева. И так 15 лет. Я уже перешел на новости. Значит, Ольга Сурженко. Вчера 88,6 сегодня 88,7. Ну да, по 100 человек добавляются. Для меня это очень почетно. Команда Навального сообщает. 50 тысяч евро за ценную и полную информацию об убийстве Навального, организацию выезда из страны, если вы это захотите. Сумма увеличилась, потому что нам написало несколько человек, которые предложили добавить свои деньги. Я хочу вам сказать, что насколько я видел сообщение, уже 100 тысяч. Это все правильно? Вот посмотрите на это личика. Надеюсь, вы узнали, кто это, да? Вот у него бывает такое выражение лица. Ну, возьми резкость, Боже мой. Я вам уже говорил, что для меня, наверное, останется загадкой, может быть, я приду к нему в тюрьму. А я, между прочим, хочу. Несколько человек, если их посадят в тюрьму, ну, я все-таки человек известный, у меня там связи и так далее, я договорюсь, чтобы их увидеть в тюрьме. Я договорюсь. Я вот хочу его увидеть. Знаете почему? Потому что вот он сегодня сказал. Медведев хочет отправлять украинцев в Сибирь на перевоспитание. Если это люди, которые вредят России, их надо разоблачать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так, на, на перевоспитание в исправительно трудовые лагеря. Антонина, спасибо вам большое. На перевоспитание в исправительно трудовые лагеря. Это еще не все его заявления. Вот читайте. Видите, Медведев пообещал плюнуть на могилы антивоенных эмигрантов. А, понимаете, президенты, бывшие, даже такое вот ничтожество, как он, они не могут себя так вести. Для меня все-таки он остается загадкой. Ну хорошо, он уже знает, что опять будет Путин. Вот что он это делает? Причем вот эти вот грязные заявления, грязные заявления вот эти, плюнуть на их могилы. Да кто ты? Любой человек может ему объяснить, что его имя забудут. Вы знаете, что еще несколько членов Политбюро ЦК КПСС живы? Они живы. Им по 90 лет. Никто уже не помнит, кто они такие. А этот говорит что-то такое. При этом, понимаете, даже патриоты, вот никто из вот этих Z-корреспондентов не говорит, что вот он, он прав, правильно говорит что-то такое. Но он мусорный. Не мусор, а мусорный. <клес> ну, вы знаете, что... Давайте я, собственно, зайду туда, и я хочу, чтобы вы это послушали. Значит, обращение матери Навального. Время сейчас работает мы, не сейчас, на вас. Сейчас. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал, время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий. Я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно. Она не может его забрать и так далее. Ну, в общем, им его показали, ей показали его, но забрать она его не может. Он... То есть он ее... я вам хочу сказать, что вот эта главная э, сенсация сегодняшняя, что э, что прямо, открыто, ей звонит следователь, который говорит, он ей что дал? Три часа, по-моему, у вас три часа. Но он сказал, ну я там еще буду читать, мы похороним его либо там, вот возле тюрьмы, либо либо где-то там на кладбище или в какой-то общей могиле, они его могут кремировать и так далее. Я очень уважаю уголовного преступника, которого разыскивает Россия за терроризм, за, ну, за все. Вот вы знаете этот набор такой. Значит, правда, вначале он был руководителем во Франции э, университета, а сейчас он в лондонской школе экономики руководит. Его зовут Сергей Гуриев. И вот Страшный. Сергей Гуриев и э, говорит о, о Алексеев Навальном. Вот этот преступник, террорист и так далее. Один из умнейших признанных всем миром э, ученых. А они его объявляют в розыск по уголовной статье за вот это вот фейки об армии и так далее. И матюкнуться же нельзя, потому что флажок поставят, если уже не поставили. Роберт, поставили флажок или нет? Вот что говорит Гуриев. Я полностью согласен с Алексеем в том, что тот факт, что Путин убил Алексея, означает, что Путин боится. Это признак слабости Путина. Это означает, что Путину Алексей был страшен даже в тюрьме. Напомню, что обращение Алексея за последние три года из тюрьмы всегда, как я уже сказал, источали оптимизм, уверенность в том, что прекрасная Россия будущего возможна, и более того, неизбежна. И, безусловно, Владимир Путин понимал, что даже с таким заключенным. Он не может справиться. Именно поэтому Алексей проводил все больше времени в шизо. Именно поэтому каналы коммуникации с Алексеем все время сужались, потому что даже будучи в тюрьме Алексей Навальный каждый день бросал вызов Владимиру Путину. И тот факт, что Путин решил убить Алексея Навального, говорит о том, что Путин боится его сторонников. И то, то что делает сегодня Юля, это как раз очень важное дело. Который показывает сторонникам, что вы не одни, мы вместе, мы будем продолжать эту борьбу. Это, безусловно, бесстрашный и очень важный поступок. Вот уже повесили флажок. Ну, вы знаете, есть такой расследователь Илья Бер. Вы, наверное, видели, правда, на это никто, ну, все поняли, что это фейк. Главред «Проверено медиа» рассказал о фейковом обращении матери Навального, созданное с помощью нейросети. Значит, помните, да, обращение к его жене. Илья Бер расследовал. Речь идет об аудиозаписи, начинающейся словами «Уважаемая Юлия Борисовна Абросимова, теперь я хочу обратиться к вам» и так далее. И там она... В общем, короче, что пишет Илья Берр? Вы, наверное, видели это. Но самое интересное, что никто на это не прореагировал. Никто. Все сразу поняли, что такого просто не может быть. Запись эта создана с помощью нейросети. При этом голос похож на голос Людмилы Навальной очень отдаленно, поскольку обучать нейросеть было толком не на чем. Единственный доступный образец голоса – это первое обращение матери Навального к Путину с требованием отдать ее. Значит, фейк был запущен в четверг утром телеграм-каналом Сигнал, который контролируется Кристиной Потупчик, бывшим пресс-секретарем про кремлевское движение наше. Она руководит сетью провластных телеграм-каналов. Она отказалась давать комментарии по этому поводу. Я вам хочу сейчас показать человека, который убежал и который был в Верховной Раде и так далее. Я вам его показываю, во-первых, потому что он говорит по русски, а во-вторых, вот это вот такие украинцы. Он дает интервью Риа Новости. Вы, наверное, знаете, да? Его Путин вытащил Медведчук. Вот, вот он он, что говорит господин Медведчук. Вот он сидит. Он очень богатый человек. Вот он сидит и он рассуждает. Залужный в последнее время стал настолько независимым, с учетом в том числе и своего авторитета, которым он обладал, потому что его рейтинги, если опрашивать на предмет будущих президентских выборов, намного выше, он давно опередил Зеленского по рейтингам. Он стал напрямую вмешиваться в вопросы закупок вооружения. Ведь вся западная помощь — это предоставление вооружений и боеприпасов. За те деньги, якобы которые дают Украине. И он стал напрямую вмешиваться в эти процессы, ну и тем самым вмешался в борьбу э, за коррупционные схемы. Потому что власть, преступная власть Зеленского, э, все эти два года жила и его окружение, вот эта вся так называемая элита Зеленского, это свора при власти, она использовала это в коррупционных интересах, то есть воровалась. Средства, воровались вооружения, которые реализовывались, и многое другое. И тут появляется залужный, который решил дорваться до этого корыта. Ну, вот это не стерпели. Ну, хороший человек, отрабатывает, я же ничего не говорю. Эм, мы... Вот что может быть теплее и прекрасней, Бабушек. Я сейчас поясню. Амилкар пишет Матвей, половина ютуберов матерятся. Игнорируйте флажки, не нужно задавливать живое слово. Искренность важнее. Эм, разве не в этом смысл эфира? Дорога, дорогой э, э, Амилкар, не в этом. Искренность не в матюках. Кроме того, ведь дело не в том, что ставят флажок и убирают рекламу, из которой, между прочим, я Роберту плачу зарплату. Происходит другая вещь. Нас начинают понижать в, в рекомендациях. Понимаете? У нас же круг широкий. Это же не просто там любительство, какие-то там свингерская вечеринка. Тем более, что они за, за. Поэтому для меня это очень важно. Теперь смотрите, что может быть теплее визита к бабушке, когда она тебя откармливает, когда она тебя целует, когда она тебя укутывает. В уральских пельменях есть очень смешный целый цикл э, этих номеров. Помните? Игорь! Э, э, и вот я вам сейчас покажу такую русскую бабушку, полную, которая, она уже давно на пенсии, но она душой, она стремится помочь. Вот давайте эту бабушку все. сейчас вот увидим все и посло... посмотрим. Она чудесная, добрая, и она даже делает что-то очень важное. Давай будем вязать подсредники и дадим им название на Клифф. Они как скороходы и до Киева жик-жик и доведут. Все. И там зеленского хлоп, чтобы он сдох. Все. На Клифф. Ребята, на Киев. Все, только никуда на Киев. Порядок наводим и все, и будем дружить. О! Так что доброго пути и храни вас всех Бог. Потом передаем вам огромный привет. Выполняем ваше поручение на Киев. Значит, на Киев. Зеленского хлоп. И видите, она дальше говорит, и будем дружить. И будем дружить. Илья Красильщик вспоминает, возвращает нас к теме. возвращает нас к теме выдачи тела. Понимаете, это даже нельзя назвать злодейством, это вырождение, вырождение совести, вырождение воли, вырождение уважения к себе. Все делают свою работу, все уверены, что они винтики. Какой длина цепочки от Путина до следователя? Никто в этой цепочке не нажал на рубильник, никто не вышел из этого, никто ничего не сказал. Я хочу сказать, что это что-то нечеловеческое, но нет, никто, кроме человека, на такое не способен. Это самые гадские, самые позорные стороны человеческой души. Это настоящее вырождение. Нет, э, дело в том, что такое мы видели, вообще такое бывает при любой войне. При любой, извините. А Последнее, где мы видели, это во время Второй мировой войны нацистская Германия. Адвокаты матери Навального заявили в Следственный комитет России о надругательстве над телом умершего. Они подали в Следственное управление Следственного комитета России по ямало ненецкому автономному округу заявление о преступлении, совершенное по статье о надругательстве над телом умершего. В нем отвечается, что неоднократные письменные и устные обращения Людмилы Навальной с просьбой выдать тело сына не дали никаких результатов. В настоящий момент подготовлены все предусмотренные законом и иными нормативными актами медицинские и юридические документы. Однако должностные лица желают, чтобы органы прошли та... похороны прошли тайно, без прощания и соблюдения традиций и обычаев погребения. Понимаете, он-то его убил, а мертвый он такой же опасный, как живой. А когда его похоронят, так он промежуточный стих Высоцкого. Вот я ищу, 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 и вдруг нахожу что-то необычное. Я не знаю, когда он это написал. Меня сомнения, черт возьми, Давно буравами сверлили. Зачем мы сделались людьми? Зачем потом заговорили? Зачем, живя на четырех, мы встали, распрямили спины, затем, и это видит Бог, чтобы взять каменья и дубины? Мы умудрились много знать, повсюду мест наделать лобных и предавать, и распинать, и брать на крюк себе подобных. не уверен, слышали ли вы это стихотворение. Оно абсолютно гениально. Илья Яшин пишет из тюрьмы. <как> Противостояние Навального и Путина показало масштаб личности обоих. Навальный шел вперед, презирая страх и смерть с улыбкой, гордо поднятой головой. Путин – маленький человек, случайно получивший огромную власть, и теперь прячется в бункере и убивает из-под тяжка. Это очень точно. Навальный противоположно с тем, кто его убил. Навальный и Путин по разные стороны шкалы жизни. Гибель Навального оказалась не последней серией борьбы между добром и нейтралитетом, а расправой зла над добром, горе над счастьем, ненависти над любовью, никчемностью над личностью, смерти над жизнью. Вы знаете, я вот размышлял как бы Елена пишет, отвратительный эфир. Леночка, солнышко, ну не мучайте себя, уйдите куда-нибудь. Или помогите ей, чтобы она ушла. Но перед тем, как уйдете, донат бросьте. Ладно. Вы знаете, я тут думал, вот почему он оставил после себя такое светлое ощущение. Он, понимаете, вот этот юмор его, вот это описание Шизо с юмором, это совершенно удивительная вещь. Ведь он все время писал позитивно о негативном, об ужасе он писал. А писал так, конечно, ему очень важно было, чтобы его семья не, не ну, спала ночью, как минимум. Вот это вот очень важная вещь. Вот эта стойкость его абсолютно фантастическая. Маша Слоним, какие-то вещи делаешь на автомате, чтобы не думать, но вдруг осознаешь, что весь этот ужас не сон, не кошмар. Мы в нем барахтаемся, он становится частью нашей жизни. Нас не убивают пока, у нас не отнимают наших сыновей, живых и мертвых. Все равно ужасно больно. Невозможно представить себе даже одной тысячной доли той боли, которую чувствует Людмила Ивановна, мама Алексея. Невозможно. Сегодня произошло важное событие. Наши сбили, украинцы, сбили А-50. Вы знаете, А-50 – это вот этот самолет с тарелкой, самолет-разведчик, который помогает организовывать ракетные атаки на украинскую территорию. Ну, вообще, на любую территорию. И вот сегодня сбили уже второй. То есть, помните, до этого еще был. Есть видео, я их показывать не могу. Пишет военкор Роман Сапаньков. Помимо цены в 31 миллиард долларов, надо помнить, что у нас осталось всего 2,50. То есть с начала года свои же ПВО, он пишет, свои же ПВО, сбили половину всего парка самолетов. И с производством проблемы. Пишет Живов такой... Э, не, я понимаю, Маргарита, что сбили А50 и Ил-22. Я это понимаю. Просто, ну, Ил-22 это как-то можно пережить, но... И смотрите. Они играют сейчас, что это был дружественный огонь. То есть им дана задача не позволить не сказ... ни... ни в коем случае не говорить, что это сбили украинцы. Живов пишет, цена ошибки 31,5 миллиарда рублей. Возникает, а, 31 миллиард именно рублей. Возникает резонный вопрос, кому именно позволено допускать ошибки в 31,5 миллиарда рублей и оставаться безнаказанным. Или это не было ошибкой? Что вообще происходит? Если сложить всю помощь всех волонтеров за два года, не думаю, что там будет и пол суммы от того, что мы за месяц потеряли на море. Там большая загадка, чем они это сбили. Совершенно непонятно. Потому что огромное расстояние. Ну, Тут я хочу огорчить сейчас этой новостью тех, кто живет за рубежами России, в том числе и релакантов и так далее. Тут новость не очень приятная. Администрация США решила пойти на жесткие меры в отношении российской платежной системы ⁇ Мир ⁇ которые после ухода из России виза Mastercard остается для россиян одним из последних способов расплатиться в некоторых зарубежных странах. В пятницу американский Минфин объявил о введении блокирующих санкций против национальной системы платежных карт оператора мира, который на 100% принадлежит Центробанку, запущенная вскоре после аннексии Крыма и насчитывающая более 130 миллионов пластиковых карт, Система Мир используется для обхода санкций, цитата, и восстановления разорванных связей с международной финансовой системой. Такая вот история. Такая история. Самое интересное, что этот российский самолет у него был э, позывной Баян. огромное количество сообщений. Это интересно. Механик зеленый пишет: у меня есть стойкое предчувствие скорой развязки. Зло в Кремле перешло какую-то невидимую черту, за которой оно поставит мир на грань выживания в буквальном смысле слова. За совершающимся на наш за совершающимся на наших глазах трупоедством осталось только применение ядерного оружия. Цель ⁇ показать, что зло сильнее. Он в чем-то прав. Он в чем-то прав. Стих на финал. Андрей Орлов, Орлуша. Разговор о свободе. К тебе, Россия, голос мой. Я обращу, презрев сомнения. Добро пожаловать домой, В пределы уз и подчинения. Ты между сил добра и зла Не слишком долго выбирала, и по привычке предпочла, свободе рабство покрывало. Ты, им укрывшись с головой от солнца и от глаз соседей, надеешься, властитель твой в своем уме, и он не бредит, когда воздевший щит и меч, с незыблемых дверей лубянки, он говорит, что защитит от злых врагов твои делянки. О чем мечтаешь ты теперь, отчизна многовековая? Петром прорубленную дверь опять крест-накрест забивая. Мертв цесаревич Алексей, и свежей крови кубок выпит. Тебя твой псевдо Моисей ведет назад, в рабы, в Египет. Наделав из друзей врагов, сметя законы и границы. Страна богов, лугов, снегов. Ты можешь на себя не злиться? Да, можешь. Ты легко смогла вершить расстрелы и погромы, но на себя не держишь зла за то, что зло творишь другому. Тому не Пушкина вина – Грядущего не зреть поэтом, страна не вспрянет ото сна, но неспокойно спит при этом. Ей снится топот табунов, ей снится смерть в аду голодном, И от своих кошмарных снов Страна кричит в поту холодном. Наутро утро жесткой уздой Прижмут язык, забывший слово и красной тряпкой со звездой закроют вид на небо снова. Сталь шпор в кровавые бока и красная от крови площадь. Спасибо, что жива пока, подумает хромая лошадь. Спасибо, что жива пока. Удел смириться и бояться пока не сбросит седока, все будет так же продолжаться. Иначе мчать ей по земле и сеять смерть с холодным форсом. Покуда держится в седле, царь в камуфляже с голым торсом. Высокий класс высокий класс Орлуши. Он не называет его фамилию, ничего. <клёх> Завтра у нас будет эфир. Так я решил. Эфир будет как сегодня. Вот этот вечерний эфир. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Сейчас будем бороться с флажком, <клёх> если получится. Вы знаете, что делать. Киньте в меня донаты. Вон там все они внизу. Проверьте, пожалуйста, подписаны вы или нет на мой канал. И расскажите друзья, своим друзьям о том, что есть такой канал. Матвей Гонопольский или Гонопольская правда. Завтра у меня выходной. И в воскресенье точно эфира не будет. Но завтра будет... А, вот Леопольд Дора пишет в 22. Ну что, сделаем в 22. Да, в 22 по Киеву, в 23 по Москве. Вы абсолютно правы, извините, я забыл. В 22 по Киеву, 23 по Москве. Спасибо вам большое, Роберт, не забудь чикнуть. На все, что надо чикнуть и поборись за. Да, я завтра в гвозде. Да, я завтра в гвозде. А, спасибо вам большое. Спасибо. Давайте э, помянем тех. Янина, спасибо вам большое за донат. Э, давайте о. Роберт пишет, флажка нет. Я тебя прошу, все равно убери. Все равно убери, пожалуйста, убери. А, убери. Я не хочу вот этот цирк. И дело даже не, еще раз повторяю, не во флажке, а дело в том, что они тогда убирают это из рекомендаций. А, послушайте, значит, завтра в 22 по Киеву, 23 по Москве. Знаете, почему я вам хочу сказать комплимент? Всем вам прекрасным. Потому что вы мне позволяете быть уставшим, быть больным, быть злиться на вас. Но я живой человек. И я же прихожу сюда, когда день уже заканчивается. А что было у меня в этот день, вы же не знаете. Всякое было. И, конечно, вот это ощущение войны, бесконечное ощущение войны. Вот мне пишут, значит, сейчас вам скажу такое сообщение. А, очень интересное. Ну, в общем, здесь человек написал, что... Будьте внимательны, они могут стрелять. Почему? Потому что, ну, понятно, да, сбили их э, самолет, и, конечно, они бесятся. Э, ну, конечно, я буду внимательный, и, безусловно, есть Катя, потому что, если я вдруг заспал, хотя я вам хочу сказать, что, блин, как человек ко всему привыкает. Я сплю при закрытых окнах. Вот эти, знаете, тройные рамы. Тройные. Ничего не слышно. И я слышу вот этот далекий-далекий, кажущий, кажущийся за тысячу километров звук начала тревоги. Я просыпаюсь, мгновенно. Те времена, когда оно бах, и я подскакивал как сумасшедший, не слыша ничего, они прошли. Теперь уже ты, вот понимаете, как будто комар. Вот вы же комара не любите, когда он летает, и вот этот его тонкий писк, он вас будет вот точно так же, где-то там вы слышите воздушную тревогу, и вы просыпаетесь. Все уже приготовлено, штаны лежат, успеваю сделать чай» есть такое, ну, такое, ну, просто. И вот это вот, два года он издевается над нами. Два года он издевается над вами. Он должен умереть. Спасибо вам большое. Я вас очень люблю. До завтра, до 22 часов. Пока, мои дорогие.